В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! В Центральной России летнее тепло сменяется похолоданием. Температурный фон понизится. Виной всему высотный циклон. Атмосфера станет неустойчивой. Солнце скроет мощная завеса облаков. И хотя у нас влияние циклона будет не столь заметно, дождей не миновать. 21 мая в Старомосколе Губкине днем 18-22, ночью 14-16 выше 0. К вечеру, если верить синоптикам, облачность сменится откровенно пасмурной погодой. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление уже несколько дней словно застыло. 750-752 миллиметра. Магнитное поле спокойное, луна растущая.